Надя, я чуть не умылся. Что так темно? Ты же мастер, руки-палки, сделай свет для себя на улице. Я чуть бы пока шел, у меня собаки чуть бы не погрызли, и собаку, и ногу три раза чуть бы не сломал. Что это за дела? Ой, да что ты начинаешь? Там же ж холодно, я никуда не выхожу. Мне там свет не нужен. Так, ты давай вот этого тут не начинай. Ты выходи себе, не выходи куда хочешь. Ты давай сделай так, чтобы гости к тебе могли нормально прийти, и вот это вот по жопе, чтобы земля по жопе не била, когда они будут падать. Зайди на Алиэкспресс, Вася, посмотри в Китае, там такая штучка такая с пультиком, Вася, подключаешь фонарик к штучке, а потом эта вот штучка работает от пультика. Я особо в этом не разбираюсь, ну ты ж мастер, ну сделай по-нормальному, я тебя умоляю, ну. Слушай, эта идея хорошая, возьму на заметочку. В общем, заказали мы с Китая вот такой вот коробочка. В этой коробочке вот такой вот выключатель. Его мы должны будем подсоединить к сети, к лампе. И с помощью вот такого вот брелочка, вот такого выключателя, мы будем дистанционно выключать наш свет, наш прожектор или нашу лампу. Итак, я буду рассказывать, в общем, как для тех, кто мало разбирается, потому что я сам мало разбираюсь в электронике. То есть, если вы не разбираетесь в электронике вообще, с помощью этого ролика вы подключите все сами. Все контакты, куда нужно, для того, чтобы, ну и настройки, соответственно, для того, чтобы можно было работать вот такого вот пульта. Итак, значит, на схему не смотрите, я ее уже немножко перепаивал сам, вот, менял это реле, потому что оно у меня сгорело, потому что по незнанию я его немножко не туда подключил. Но это как бы признак того, что я не умел. Я особо не разбирался, но я думал, что все очень просто и легко, но после того, как реле у меня, соответственно, сгорело, я его поменял, перепаял вот здесь и, в общем, разобрался уже, как делать. У меня была схема на руках, я ее видел, но, короче, я рукожоп немножко. Итак, вот у нас есть, значит, по схеме, я схему вот картинку вложу, плюс-минус, у плюс, у минус. Сюда мы должны подключить 12-вольтный блок, блочок. Вот я использую обычный китайский блочок. Тут у нас китайский штекер, я его переделал, прикрепил к нему обычный. И вот, значит, у нас два проводка. Соединяем эти два проводка вот в эти вот два коннектора. Вот они, самые крайние. Значит, проводки наши я подключил. Вот 12 наших вольт. Вот наш блочок. Значит, красный это у нас плюс, белый это у нас минус. И все верно. И для того, чтобы дальше подключать, нам нужно изначально настроить наш блочок, наше управление под этот пульт. Сейчас я вам расскажу, как оно настраивается. Итак, подключаем наш блочок в сеть. Видим, загорелась красная, красный светодиодный фонарик. У меня, значит, уже этот блок настроен, но я сделаю сейчас сброс и перенастрою по новой, чтобы как бы все было понятно. Итак, чтобы нам отвязать наши настройки, нужно нажать 8 раз на вот эту вот кнопочку. Вот, видим, пошел сброс, оно сбрасывает все, что было настроено. Есть, сбросило. Чтобы нам подключить кнопку А для включения, Б для выключения, то есть вы включили кнопку А, свет у вас включился, кнопку Б выключился, нужно нажать 3 раза всего лишь. Раз, два, три. Сейчас вот загорелась лампа, это нужно нам настроить на включение. Вот нажимаем на А, оп, А кнопку нажали, это у нас оно настроилось на включение. И Б на выключение. Все. Лампочка у нас погасла, значит все готово к работе. Итак, смотрим. А включаем, Б отключаем. А включаем. Клацнуло. Б отключаем. Все. Вот так у нас будет работать свет. Итак, что же мы делаем дальше? А дальше уже будем подключать провода. Значит, по схеме вы там видите у себя, но я показываю тем, кто особо не разбирается. Сюда, в длинную вот эту вот полосочку, мы подключаем фазу плюса. То есть подачу тока. И сюда уже, то есть это уже плюс будет фаза от самой сети, от 220 вольт. А отсюда мы подключаем плюс от лампы. А минус мы скрещиваем вместе от фазы и от лампы. Сейчас все увидите. Значит, сюда мы подключаем нашу фазу. Вот у меня есть провод с питанием. Вот оно, короче, длиннючее у меня здесь. Тыры-тыры. Вот у нас вилка. То есть, чтобы вы понимали, вот эта вилка, а вот это провод, это одно целое.
плюс у провода коричневый, минус это у нас синий. Значит, мы этот плюс подключаем сюда. Итак, смотрите еще раз. Это у нас провод лампы. Вот наши нули. Вот наши плюсы от лампы. То есть, нули у нас замкнуты, а плюсы у нас будут замыкаться через пульт, через подачу на них напряжения. И, короче, давайте тогда смотреть, работает оно или нет. Вот у нас питание 12 вольт, вот у нас фаза подключена. И, значит, пробуем. Вот, подали напряжение. Это я, кстати, расскажите, почему горят светодиоды в LED-лампе, потому что как бы по пульту питание еще не подается. А, подаем питание. Оп, заслепило у нас все. Б, отключили. Вот, А, подаем питание, Б, отключили. Еще раз, А, подаем питание. Раз, заслепили все, потому что лампа, вот она, я вот так ее закрою, она ярко светит у нас. Вот. А Б, оп, потушили ее. Но, как видим, после того, как мы ее потушили, у нас еще тут 80% LED-лампочек как бы горят. Но очень-очень слабо. Еще раз. А, оп, потушили. Вот я так рукой перекрываю. И Б, выключили. Вот, значит, у нас простая как бы схема. Все элементарно просто. Покупайте вот такой вот реле. Такой вот плату с реле, если вам интересно. И ссылочка будет в описании. И пульт. Значит, давайте еще посмотрим, как я устанавливаю все это дело у себя в гараже. И как оно у меня работает. Вот я, значит, сделал наш свет. У нас зима, холодно, что просто капец. Протестируем дальность его работы. Как заявлено, там что-то около 100 метров или что. На 100 метров я отойти не могу, но на метров, не знаю, 30, ну 40 отойду. В общем, вот у меня пульт. Отсюда вот у нас все работает. И я пошел, в общем, тестировать. В общем, что могу сказать? Ну, на метров 50 точно все работает, причем и за углом все работает. В общем, ну, 50 метров как минимум. Я думаю, вам и дальше, возможно, будет и не нужно. А возможно, будет. Дальше я уже ничего сказать не могу. Короче, все хорошо работает, все светит. Напишите обязательно в комментариях, почему у меня вот сейчас лампа выключена. У меня 80% LED-лампочек горят. Я не знаю почему. Напишите в комментариях, если знаете. По схеме я подключил все правильно. Вот, но какая-то вот такая дичь. Когда я включаю, все включается. Выключаю, выключается. Штука классная, модно, стильно, молодежно, а у нас холодно. Всем спасибо за просмотр. У меня уже рот леденеет. Пойду я греться. Хотя греться нечем. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Штука годная.